актриса Нелли Уварова, запечатлевшаяся в памяти зрителей благодаря роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», привлекла внимание своей внешней и внутренней трансформацией. Родившаяся в Литве в семье с русско-армянскими корнями, Уварова переехала в Москву в детстве и, несмотря на трудности, поступила во ВГИК. Ее карьера в кино была отмечена сериалом «Не родись красивой», после чего крупных успехов актриса не достигала. Личная жизнь Нелли оказалась непростой. Первый брак с Сергеем Пикаловым быстро завершился, а второй союз с Александром Гришиным, несмотря на скептицизм окружающих, оказался счастливым и принес двоих детей. Несмотря на критику в свой адрес из-за прибавки в весе, Нелли остается верной себе, фокусируясь на семье и творчестве. Она считает себя неудобной актрисой за избирательный подход к ролям и готовность отказаться от проектов, что заставляет режиссеров избегать сотрудничества. Сейчас Уварова делает ставку на театр, удаляясь от кинематографа и преодолевая стереотипы о том, как должна выглядеть и вести себя актриса.